Nu se face atât. Sau că e pe stradă, când faci, nu faci. Все, я готов. Я готов. Вы готовы? Пожалуйста, Пастухов Артемчик. Пошел, держи, держи. Держи. Хорошо. Хоп, поменялись. Не-н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 е, зачем? Я к вам на два раза сажу. А, да, да, конечно. Можно было бы и на шее. Влад, готов? Да. Уходишь назад и тянешь руками. Пошел. Еще назад уходи. Уходи назад, чтобы руки прямые, тогда будешь тянуть. Хорош, поменялись. Раз. Пошел. Раз, два. Хорошо. Тяни, тяни. Топ. Смотри только в конце. Этот бутылок, смотри, в конце случайно не отпусти. Угу. Пошел. Пошел. Плохо руки работают. Отходи назад. Отходи прямо дальше, как ноги можно дальше. Как можно дальше. Хоп. Смотри, ты стоишь и маленькое движение. Отойди, чтобы подальше было руки, ноги подальше. Так, движение. Хорошо. Пожалуйста. Это что у нас? Третий. Где третий, блин? И на третий я сюда. Пошел. Три. Это полтора. Это полтора. Это третий, да. Правильно, полтора. Раз, раз и один, это полтора. Нет. Давай, Пастухов. Пастухов сколько раз сделал? Сколько? Это третий. Что ты сказки рассказываешь? Нет, это третий круг, а третий раз ставите. Ты что, третий раз идешь туда? Да, да. Я сюда. И... А ты сколько идешь? Он вот третий, да, раз. Эй! Да серьезно, серьезно. Давай, вот это вот. Вот это. Оттуда кто начал? Ты? Я. Оттуда. Я. Пришел сюда. Да. Пастухов туда. Да. Ты сюда. Пастухов туда. Я два раза. Сюда. Два раза. Так ты и... два раза, он два раза. Я тут уже. Ну, тогда. Ну тогда. Так правильно. Давай. Давай. Пошел, заканчивай третий раз. А, ты третий начинаешь. Да. Хорош. Меняемся. Вот два с половиной. Сейчас он доделает у каждого по три раза. Как можно дальше? Хаджиме. Раз. Блин, я наблюдал эту сцену. Во-первых, ты все время вот так стоишь. Ты за счет туловища немножко делаешь. Видишь меня, хорошо? Ты вот, вот так стоишь, вот так идешь. Ты отойди. Оп, руками. Отойди. Оп, руками. А ты держи так, чтобы у него и получалось, и тяжело было. Так, это у нас три. Еще пять. Восемь раз. Это ты восемь, он восемь. Хаджиме. Мне еще домой. Помыться. Постричься. Хорошо. А что ты будешь стричь, интересно? Если ты лысый, что ты будешь стричь? Как бы я лысый, но как спать. Так, давай, это четвертый идет. Как можно дальше ноги назад? Как можно дальше ноги назад? Вот. Вот. Хорошо. Не часто, а именно, пожалуйста. Подходи, Артем, отходи. Ты не отходишь, блин. Смотри, Артем. Ты работаешь не руками, ты ногами работаешь от туловища.
Вот, вот в таком положении. Ты ноги подальше, потом руками потяни. Так, давайте, сейчас каждый по три раза делает. Ты три раза, он три раза, и все, давай. Еще шесть раз на двоих. Пошли. Раз. Тянем, тянем. Дальше ноги. Хорошо. Я не понял, вот тут ты держишь или что, или подыгрываешь им? Пошел. Вот твои полчаса отыгрываются, блин. Еще бы пошли домой. Готов? Пошли. Можешь за два отворота взять, только лицом не ударится. Односторонне можешь попробовать. Хорош. Ну и давайте последний туда-обратно и все. Оп. Во. Во. Видишь, как вытаскиваешь? Отлично. Как будто я не работал, блин. Сочковал, наверное, блин. Хаджиме. Давай, Артем. Держи сильнее, сильнее его. Держи его. Хоп. Пояса на место. Построились. О. Вот так работать надо, блядь. Можете идти сегодня вечером, можете не идти. Пойдете? Все. Владик, значит, Влад, вверх. Переходи, покачайся, просто бегай. Потому что меня не будет. Нет, ты не будешь работать. Артемчик. Ты в пятницу, вверх, что будешь делать? А, ты пойдешь в Александр Иван? Да, в пятницу. А в пятницу пойдем туда. Да. А завтра не хочешь? А завтра можешь прийти покачаться, я буду здесь после парной. Если сможете, выходите в парной. О, я знаю, что это. Сколько? Как всегда, да. До отделения отбирать. Два часа. Да. Ну, не в два часа, а лучше в 2:10. Вот так. 2:10? Да. Просто... Да. Владик. А потом подойдешь ко мне. Так, надо выключить.